картах, ни описаний толком этого места нет. Но вот на большой карте, там как-то я случайно заметил слово «Лунар кратер». Меня оно как бы потрясло, захватило, и хочу туда попасть, кричу. Мы уже въехали к этому кратеру, уже последние лучи солнца буквально поймали. Ну, потрясающе вот в последних этих солнечных лучах, очень красиво, потому что все вот эти холмы, они какого-то такого огненного цвета стали. Все как-то очень так романтично, красиво, тихо. Естественно, ни одного человека мы там не встретили. Я помню такую информацию, очень любопытную. Значит, ну, знаете, наверное, что в мире не так давно появилась отдельная национальность человеческая под названием джедаи. Они есть, по-моему, они родились, эти джедаи, в Америке, соответственно, как последователи «Звездных войн». Но, по-моему, и последняя перепись российская показала, что у нас есть джедаи. Так вот, эти джедаи, каждый год у них есть какой-то там соответствующий день. Они приезжают туда, где-то собирается довольно много народу. Они там несколько дней тусят с такими, там есть кемпинг. И они тусят на этих вот вулканах и горах. Но там самое смешное не в этом. То есть, значит, там есть руководство. Оно рассказывает такую обычную вещь. Ну, скажем, приехало 500. А обратно уехало 200. Куда делись 300 человек, никто не знает. Они, наверное, телепортируются. Куда-то телепортируются из этого места. Космический корабль. Вместе с вагончиками автомобильными.